Успех в таких дисциплинах, как карате или кикбоксинг, во многом зависит от качества ударной техники. Постоянно отрабатывать ее на партнерах, конечно, можно, но количество участников таких тренировок порой будет существенно сокращаться. Ведь пока далеко не все юные спортсмены научились контролировать силу ударов, их частоту, амплитуду. Тренажеров на всех воспитанников секций, занимающихся в 16-й гимназии Черкесска, не хватало. И родители во время прошедшей 10 декабря прямой линии обратились за помощью к главе республики. Мой сын занимается карате кюкюшинкай в гимназии 16 города Черкесска. На тренировках, к сожалению, совсем не хватает макивар, то есть нет инвентаря. И могли бы вы поспособствовать и приобретению инвентаря для карате кюкюшинкай 16-й школы города Черкесска? По поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова пожелание родителей юных горожан было исполнено. Вот сегодня мы хотим эту хорошую миссию выполнить, макивары, которые приобрели, вручить секциям. Здесь у нас секция карате кюкюшинкай и кикбоксинг. Спортивные школы города практически все обеспечены инвентарем, то есть все, начиная от тех 18 видов, которые культивируются в городе, у всех инвентарь есть, оборудование есть. Но это как дополнение, оно, к сожалению, имеет свойство изнашиваться, естественно, меняем все на новое. Так как у нас вид спорта является полноконтактным, то макивары такого плана, то есть большие грубые макивары, дадут нам нарастить силу удара, чтобы спортсмены понимали, с какой жесткостью, с какой силой нужно пробивать соперника. Это даст нам вырасти вперед по соревнованиям. Ну, наверняка выбирали какие-то специальные, потому что не каждый, допустим, инвентарь подходит. Да. Это мы специально выбирали с официального магазина Ray Sport. Там качество и амортизация созданы так, чтобы нагрузку на суставы спортсменов снизить. Как говорит наставник, на состязаниях различного уровня успешным станет тот спортсмен, который во время поединков к своему характеру добавит багаж знаний и навыков, отработанных на тренировках. Ведь как раз на таких занятиях и закладывается фундамент для будущих побед. Разумеется, спорт инвентаря много не бывает, поэтому здесь вряд ли кто откажется, если позднее ребята получат в распоряжение дополнительные тренажеры. Артур Мыхце, Андрей Дорошенко. Итоги недели.